Завершили асфальтирование улицы Черемушной. Теперь берчане могут добираться до дачных участков и домов по новому покрытию. Какие работы еще предстоит выполнить, рассказал руководитель управления ЖКХ Александр Обрывко. Самая главная задача у нас стояла – это соединить дорожное полотно с существующим дорожным полотном и реконструируемым дорожным полотном. То есть задача стояла все-таки до конца недели, до 10 числа закончить эти работы. Ну, практически мы с ними справились. В ночь с воскресенья на понедельник дорожное полотно все-таки мы соединили. А сейчас работы уже вне дороги ведутся, то есть это именно устройство бордюров под тротуары, где еще не завершены работы. Ну и, естественно, благоустройство. В принципе, работы планирует подрядчик завершить до конца сентября. Работают еще по ливневой канализации, но они тоже дорожное полотно никак не затрагивают. К сожалению, реализация всего проекта, она сдвинулась на месяц. Это также связано с тем, что были сложности по проекту. Сейчас все решения приняты. Ну и подрядчик, вот, видим, все силы бросил на то, чтобы все-таки завершить объект.